я пришла собрать вот такой интересный пазл, вот такой автомобиль. Куда-то он съехал, вот. И буду его собирать вот по этой картиночке. У меня получится такой гоночный автомобиль. Сейчас мы его сломаем, чтобы собрать. Вот так все посломаем, попереломаем. И получилась у нас пустая доска. Доска собирает. А, да, дайте мне. У меня вон какие очки, я как могу собирать. А еще я могу летать. У меня какой пушистый хвостик. Трин-трин. Прям как у лисички. Скай, не отвлекайся, давай собирать пазл. Где зеленая трава? Вот машинка. А зеленая трава уже закончилась. Теперь надо... Какая-то у нас куча мала получилась. Собирать дорожку. Давай уголки тогда с уголков собирать. Давай. Где у нас тут уголки? А, ты вот так по цвету. Да, я красивая, я люблю красивые цвета. И машинки красивые люблю. Вот, это сюда, так, дальше какой у нас должен идти? Вот так у нас должен идти, да? Музыка в машинке, наверное, заиграла, да? Или Скай, кто-то вызывает Скай. Наверное, вызывают, но я буду собирать машинку. Кто-то там, наверное, просор я видел. Да, это, наверное, райдер. Да. Ну, давай, давай, собирай дальше, давай. Сюда? Подходит разве нет? Это уголочек, уголочек. Давай уголочки, клади уголочек. Это сразу уголочек, где должен быть. Вот. Давай низ дороги соберем. Колесики, колесики, кто-то я знаю. Кто-то там, наверное, разговаривает. Да, кто-то там разговаривает. Колесики, вот как здесь. О! И еще один внизу остался в этом ряду элементик. Вот у нас получился уже. Раз, два, три, четыре. Одна четвертая пазла. Теперь что мы будем собирать? Сам автомобиль. Ух ты! Да, это сложно собирать. Подсказывай, Скай. Ты у нас любишь технику? Колесики, колесики, люблю колесики.
Нет, это, наверное, вот второе колесико. Точно, это второе колесико. А это вот тоже, видишь, кусочек колесика? Вот так. Сюда? Нет, сюда не подходит. Может быть, вот как-то по-другому? Так, да, точно. Ты молодец. А где же теперь само колесико такое черное? Такое с красным. Где же оно? Вот, я знаю. Вот у нас... Это что, багажник или бампер? Багажник, да? Багажник. Нет, это бампер. А багажник сзади, да? Сзади. Когда там... Наверное, там Эверест гавкает. Эверест гавкает? Точно. Эверест! Меня зовет Эверест! А я занята делом. Я вот какая, молодец. Я тут собираю такой сложный пазл. Автомобиль. Вот такой, да. Вот такой автомобиль я собираю. Феррари или Ламборджини. Наверное, Феррари. Да, наверное. Вот как у нас получается красиво. Что-то тут беленькое, серенькое. Это, наверное, окошко, а может быть, здание. Что-то, наверное, не сюда. Наверное, подальше где-то. Где-то подальше будет. А вот это тоже не сюда. О-о-о. Не получается. Тут у нас должна быть какая-то машинка, часть машинки, да? Край и часть машинки. У нас хватает вообще деталек? Вроде были все детальки. Я нашла колесико, смотрите. Точно, ты нашла колесико, детальку, которую мы искали. Я знаю, куда ее положить. Вот, точно. Теперь уже понятно, что это за машинка такая получается. Вот. Мы уже почти машинку собрали. А теперь надо окошко собирать синенькие, да? Вот синенькие. Давай собирать окошки машинки. Как же мы их соберем? Нет, что-то не так. И так, не так. Вот как оно получилось. Красиво, да?
красивая, какая машинка у нас. Вот уже почти собрали мы ее. Такая будет красивая машинка. Так, что же нам не хватает? Почему у нас 3 детальки, а нужно еще 5? Даже мы остальные делим. Ну, давай мы эти 1, 2, 3, 4, 5. 5 деталек. Давай мы пока эти положим. Соберем, куда они пойдут у нас. Наверное, наверх, да? Точно. Эту сюда. Эту сюда. А где же у нас еще детальки? Ой, я не знаю. Вот, я еще одну нашла. Ура, нашла еще одну детальку. Вот она. Это вот сюда. Но надо нам еще одну. Мы не все детальки с тобой нашли. Еще одной не хватает детальки. Где же они потерялись? Еще одни детальки. Сейчас Прилетела и принесла детальку. Молодец. И все, готов на спаза. Ура! Та-да! Вот какой пазл! Собираем.